Так, ребят, я еще здесь на кухне вот приготовила грибочки и думаю над тем, как арестовали Павла Дурова. Сейчас свет включу. И так, знаете, я все это анализирую и потихоньку ржу. Понимаете, в чем вопрос? Путин отказался встретиться с Павлом Дуровым, основателем телеграм-канала. Тогда его встретили спецслужбы стран НАТО. Конкретно его арестовали во Франции. Понимаете, если Путину он был не нужен, тогда им заинтересовались ЦРУ. Слава Америке! Понимаете, победителей не судят. Ну, как-то так. Это мое личное мнение. Мне почему-то так все это странно и смешно. Такое попустительство, слушайте. Гениальный человек, сейчас он в тюрьме. Конец телеграм-каналу. И слава Америке. Ну, если он Путину не нужен был. Я права или нет? Пишите ваши комменты.